Вы знаете, я считаю, что насильно никого нельзя заставить поехать на Украину. И если журналисты едут, значит, они в этом видят какой-то смысл. Либо финансовый, либо такой моральный аспект у них существует. Поэтому запретить, я думаю, что никто не может. Если они сами хотят это сделать, значит, они туда едут. Но то, что происходит на Украине, конечно, в голове нормального человека вообще не укладывается. То есть, мне кажется, это очень страшные вещи, когда показывают те же съемки, когда бомбят роддома, больницы, семьи с детьми, когда автобусы с детьми останавливают. Это, в общем, ну, я не знаю, в голове нормального человека это не укладывается. Что на самом деле происходит, наверное, мы до конца все не знаем. И поэтому журналисты хотят туда поехать для того, чтобы показать это все. Ну, мне трудно ответить на вопрос, вот почему, зачем и как.